Ай, какой вкусненький хлеб, да? Ай, какой большой. Ну. Потрогай хлеб, может, он заинтересуется обратно. Хлеб всему голова. Да? О, грызем, грызем. Ну, с другой стороны, легче было. Я знаю, но там мякоти и изюма много. Вы говорите нам изюм? Не ковыряйте мне 2 килограмма, да? Да. По-моему, его как раз изюм интересует. Это факт. Скажи самое вкусное. Там изюм каждый 10 мил. 5 изюм. Да. Да там изюм на изюм. Да, Пеппа? Ну почему? Нормально же. Нет. Мякоть вообще любому вредна, а ему так тем более. Пеппа? Пеппа. Молодец. Пеппа. Пеппа. Крошечку надо скушать. Че, пропадать добру, да? Конечно. Еще дальше убежал. Завалится.